Друзья, всем привет! И сегодня у нас в работе Opel Zafira B. С проблемой не запускается двигатель. И для начала выполним компьютерную диагностику. Подключаем адаптер и включаем зажигание. Заходим в локальную диагностику. Выбираем европейский рынок и нашу марку Opel. Далее выбираем пункт «Автоматический поиск». Я заранее знаю, что опеля легко определяются в автоматическом режиме. Так, автомобиль не определился, а это означает, что некоторые из основных блоков не выходят на связь. Теперь мы введем VIN-номер этого опеля для определения его модели в автоматическом режиме. По VIN-номеру система определила его правильно, дальше нажимаем «Ок» и выбираем модель двигателя. Теперь нажимаем «Отчет о состоянии здоровья» для произведения быстрого теста всех систем. И мы сразу видим, что блок управления двигателя не на связи. Далее ожидаем, когда все остальные блоки просканируются, и после посмотрим, какие неисправности в них присутствуют. И мы видим, что другие блоки подтверждают, что отсутствует связь с блоком управления двигателя. Теперь переместимся под капот и проверим наличие напряжения на соответствующих предохранителях, отвечающих за блок управления двигателем. И вот тут открывается интересная картина. Предохранителя, отвечающие за питание, блока управления двигателем просто нету. Предохранитель мы установили на место, и двигатель запустился. А по итогу клиент рассказал, что он искал сгоревший предохранитель прикуривателя, выдергивая все предохранители без разбора, ну и соответственно ошибся при установке их обратно. Проблема решена, а я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!